Ne-am întâlnit cu Iulia Galeamina într-un spațiu închis, mai ferit de ochii lumii, fără să vorbim la telefon, comunicând doar prin mesaje pe o platformă online. Am discutat într-o încăpere amenajată în studio, unde își poate înregistra discursurile. Iulia este unul dintre sutele de așa numiți agenți străini, declarați în ultimul an în Rusia, o etichetă extrem de incomodă, care presupune și multe restricții. Ограничения связаны с тем, что мне надо писать всегда в соцсетях любой свой пост и даже комментарий сопровождать такой специальной плашкой, в которой я пишу, что я иностранный агент. Ну и поскольку у меня есть еще специфическое ограничение единственного иностранного агента на данный момент в России, поскольку я преподаватель, то меня уволили из моего вуза из-за того, что я иностранный агент. После того, как меня объявили иностранным агентом, поэтому я не могу преподавать сейчас нигде в России. Mulți ruși evită să aibă de-a face cu așa numiții agenți străini. Campania de denigrare, demarată de autorități împotriva lor, se axează pe ideea că aceștia fac jocurile unor interese străine. Это делается для того, чтобы, ну как бы, вот показать простым людям, что вот это не просто другая точка зрения, потому что она имеет право на существование. Это все купленные люди, которым, значит, платят деньги за это, они, значит, поэтому они так говорят, они потому что они так думают. Это дискредитация, такая манипулятивная дискредитация другой точки зрения. Но это не очень работает, потому что после того, как объявляют иностранным агентам, там, не знаю, Земфиру и других деятелей культуры, которые, в общем-то, хорошо зарабатывают и без всяких иностранных денег, и которые... И понятно, что это все превратилось уже в фарс. Fără îndoială, orice agent străin este atent monitorizat. За мной следят в основном, когда я выезжаю из Москвы. В Москве у нас камеры, у нас тут за всеми следят. У нас ты никуда не пройдешь, вас тут же зафиксируют и запишут, и все... То есть все, каждый твой шаг виден. А в регионах там камер таких, конечно, нет, и денег на это нет. Поэтому за мной следят все время полицейские, когда я приезжаю в любой город. Вот я недавно ездила с мужем своим просто в Петербург по личным делам. Мы ездили танцевать танго к своим друзьям. А за нами все время ходили подвое товарищи. Вот мы даже зашли в танцевальный клуб, они за нами зашли. Ну, в общем, это смешно. Iulia Galeamina a participat la toate protestele organizate împotriva regimului Putin. A fost arestată de fiecare dată și a stat în închisoare săptămâni întregi. În situația actuală, să ieși în stradă și să îți exprimi poziția civică este foarte riscant. Pichete, то есть ты выходишь, снимаешься, потом через соцсети распространяешь, а не то, что ты стоишь на главной площади в своем городе, и тебя все видят. Так у нас невозможно в России сейчас, потому что у нас такой жесткий, авторитарный, практически диктаторский режим. Вот, как у вас было при Чаушеску. Вот, и реально мы больше, что мы можем использовать, это, с одной стороны, интернет и соцсети, а с другой стороны, мы можем делать какие-то онлайн-мероприятия для людей. La un an de la invazia ordonată de Kremlin în Ucraina, societatea rusă este divizată. Propaganda oficială i-a bulversat pe oameni și mai mult. Сияние как бы замерли, да, в каком-то таком состоянии. Они боятся, очень много страха, очень много тревоги относительно себя, своих близких. Такого не было раньше. Люди боятся разговаривать даже по телефону, и лично некоторые боятся разговаривать. Очень много страха, потому что, конечно, ну, все это можно было провернуть только за счет запугивания, потому что идея, которая за этим стоит, она никому не понятна людям. И большинство, конечно, россиян не понимает ни эту идею, не поддерживает ничего, потому что они не понимают, о чем вообще идет речь. И ну, никому... Есть какое-то количество россиян, которые активно выступают за спецоперацию, но их не больше 10%. Есть люди, которые активно и открыто выступают против. Их тоже около 10%. Все остальные люди, это люди, которые имеют разные мнения, но в целом они хотели бы, чтобы все это скорее закончилось, и ничего этого бы не было. Iulia Galeamina a fondat o mișcare intitulată Soft Power și militează pentru dialog și non-violență. Are din ce în ce mai mulți susținători, însă întâlnirile cu aceștia le face doar în mediul online, de teama represaliilor. Este же авторитарный режим. И от того, что люди... Здесь происходит не так, от того, что люди всем довольны. Это происходит не... Здесь и все это начинается, вся жизнь идет такой, не потому что люди очень довольны, люди на самом деле всем очень недовольны. Но просто люди,
не способны ни самоорганизоваться, ни получить собственное мнение какое-то аргументированное, ни получить нормальной информации, ни выразить свое отношение, ни даже обсудить его невозможно. Поэтому здесь общество, состоящее из индивидуумов, на которых давит пропаганда и репрессии. И вот этим людям говорят, давайте самоорганизуйтесь, как? Ну, приезжайте, покажите пример. Я даже не знаю, как это может сделать. Ну, выйдите на Красную площадь с плакатом, но вы сядете в тюрьму. В лучшем случае на 30 суток, в худшем случае на несколько лет. Rusia devine din ce în ce mai izolată pe plan internațional, iar urmările nu întârzie să apară. Но очевидно же, что ни одно государство в мире не может жить само по себе. Оно не может жить хорошо и процветать. Оно всегда будет тогда деградировать, а главное, что в нем будут люди плохо жить. И это не вопрос только государства. Любой человек, он не может жить сам по себе. Мы так устроены, люди – это социальные существа. И, конечно, наша задача – это договариваться друг с другом. И на международном уровне то же самое. И наше движение «Мягкая сила», оно, например, говорит о том, что мы против насилия, мы за то, чтобы все проблемы, все конфликты решать с помощью переговоров, диалога. Un final al aventurii militare ruse în Ucraina este greu de prognozat, o recunoaște și Iulia Galeamina. Este însă convinsă că, până la urmă, la nivelul societății ruse, ceva tot se va schimba. Мы сейчас все тут зажмется, все народ выйдет на улицу, все сменит и так далее. Так не бывает, так не будет в России. Скорее будет другой сценарий, что власти сами поймут, что как бы ситуация заходит в тупик и начнут потихонечку отворачивать назад, а общество, оно уже сейчас и раньше ищет пути как бы для демократизации, потому что у людей на самом деле есть запрос на более справедливую жизнь, но не революционным путем, через какие-то другие формы самоорганизации.